Всем привет на канале Тимур 11 ТВ. Сегодня мы продолжим играть в голодную акулу. В прошлой серии мы остановились на том, что мы прошли 10 уровней. Сегодня продолжим с 11-го. Ну что, поехали! Вот я напомню, что это игра, что тут акула. Тут очень долгие загрузки, но мы можем, пока загружается, придумать такой вопросик для вас. Точнее, мы в прошлой серии вопросик для вас задавали. Чи вам нравится, когда голодная акула ест людей? И мама написала, что нравится. Ну что, поехали. Ой, я вижу, что тебя уже бобёр ест. Да, ну поехали. Эй, отстань, привет. Ну давай этот раз не считается, потому что мы не прошли 11 уровень и не собрали золото, какое нам нужно. Не собрали монет столько, как нам нужно. Это не считается. Идем. Идем, вот тут загрузка, тут куча всех всякого тут загружательства. И, кстати, ну что, акула. Ну иди, привет, Тимур. Да, вот теперь здоровайся, идем. Ой, бобёр меня съел. Бежи. Да, и вот теперь вот смотрите, акула тут. И пока акула идет, я могу оставить пока акулу и прочитать все и задать вам какой-нибудь вопросик. И какой и в прошлой серии я задал вопросик, мы в прошлой серии открыли новую акулу. Ой, что-то не то, что-то новенькое. Да, ну и ладно. Мы вот в прошлой серии открыли новую акулу и такой вопросик. Какая вам больше акула нравится? Это вторая или первая? Пишите цифру 1, если та первая. Или пишите цифру 2, если вторая. В следующей серии узнаем, за какой вариант было больше голосов. Вот тут я вижу акула от голода сейчас умрет. Ну ничего, сейчас мы ее накормим, акула. Я вижу акуленок. Ты прям даешь, ты меня так напугал только что. Ты чуть не умер. Но все нормально, все под контролем. Ну, акула пока что у нас. Ты уже хоть смотри, каких ты размеров. Ты уже размеров акула уже 10 метров и 5 сантиметров. Уже 10,5 метров. И вот таких размеров наша акула. Только мы проиграли. И сейчас идем на 12. И мы, точнее, выиграли. Идем сейчас на 12 уровень. Идем. Давай. Эй, мальчишка, отстань. Чуть не на бобёр останет меня.
Ножище такое. Ну, мы как-то проиграли. Мы не собрали столько монет, сколько нужно. А нужно собрать 400 монет, не меньше 400 монет. В каждом уровне. Ну что, идем сейчас проходить этот уровень. Ну, давайте. Бежите. Эй, да, отстаньте ты от меня. И вот все. И вот теперь. Вот у нас тут 12 уровень. Я вижу, что ты уже вот 510 монет. Если проиграешь, то ничего страшного. Я не проиграю. А ну и это само собой. Вот идем дальше. Что тут? Чайки, спасайтесь. Люди, зачем ты людей? Давай доходим. Как же зачем? Под прошлым видосиком написали, что нравится людей. Не нравится, это что зацепь, что надо объедать людей. Надо вообще их есть и до самого конца. Ну, давай идем дальше. Да, ну и... Акула, все, мы выиграли, точнее, вот. Монеты собрали. Да, ну и мы. У нас вот монет, вот столько-то мы их и собрали. Ну, идем на 13 уровень. Вот. Скорее на 13 будет. Ну, уже попроще, чем на этом. Беги. Давай, загружайся ты. Давай, быстрее. Ладно, давай. Идем. Дальше. Бомбу, только на бомбу не натыкайся, а то потеряешь жизнь, а то проиграешь. А это что за кислород? А кислород, это, то из банки кислота, то не ешь. А вот, идем, акула, эй, ну акула. Погоди, разворот сюда. Ах, так акулище. Ну и я так и тебя сделаю. Краб. Вот ты съел целую рыбину огромную. Да, потому что я съел рыбину, которая вообще хочет, которую никто не может съесть.
А ты в том числе. Эй, что за наезды? А ты вот со своим болтанием сейчас потеряешь свою жизнь, сейчас поиграешь. Ва-ва-ва-ва-ва. Точно. Ну что, идем-ка дальше. И дальше нас ждет 14 уровень. Ну что, поехали. Ну давай загружайся, ты грузишься там. Ну, вот я тебя уже жду, пока ты там загрузишься, все свои. Ну давай идем. Ну идем давай. Слава Богу. Ого, ты съел моржа грамизну. Да, потому что теперь я тут, теперь я 15 сантиметров, 15 метров, ну, есть, что захочу. А вот и нет. Есть корабли, которые тебе не сесть. Ой, застрял. Может, на этом игра и закончится? Нет, я встал. Все. Теперь я подзарядился. Не могу дальше. Ой, медузы. Ну, давай мы и последний уровень на сегодня, 15-й, пройдем и на этом закончим серию. Серия и так длинная. Да, так как уровни все коротенькие, так что мы можем пройти пару уровней. Мы можем пройти один уровень последний. Ну идем, давай ты загружайся. И все. Идем дальше. Я теперь тут главный, получается, идешь. Зеленые есть. О, красные. 16 метров. Вот таких размеров наша акула. А что, это плохо? Конечно, плохо. Ты сейчас вот съешь океан весь. И будешь, и потом съешь и до людей. Все дома съешь, все автомобили. Я тут спокойно бегаю. Вот это понятно. Только тебе грозят вот эти медузы и всякие крабы. Это не проблема. Я теперь тут главный. Ну, есть еще корабли, которые главнее тебя тут. Ну, это не проблема. Я их съем. Да, это акула, это уже не то существо, что было в начале игры. Ты, ой, застрял. Может, на этом приключении закончится? А нет, я...
Ну, давайте, сегодняшняя игра подходит к концу. Мы вот прошли 15 уровней. В следующей серии продолжим 16-го. Ну что, пока-пока. А сейчас ставь лайк и подписывайся на канал Тимур11 ТВ. Пока-пока. Покеда.